Как всем известно, Альянс располагает 8 флотами, командовать которыми поставлены, безусловно, не абы кто, а самые талантливые командиры. Но из всех из них самым известным и, наверное, самым уважаемым является командующий 5 флота офицер Стивен Хакетт. Хотя едва ли кто-то мог представить для него настолько грандиозное будущее, пусть даже Хакетт и подавал хорошие надежды. Стивен родился в 2134 году в Буэнос-Айрес, за почти полтора десятилетия до выхода человечества в космос по-настоящему. До того самого скачка с открытием эффекта массы. Так уж случилось, что на момент рождения сына мать Стивена была одинока. Нет точной информации, что произошло с отцом. Так или иначе, в 12 лет Стивен лишился и матери тоже, так как в 2146 году на Земле бушевала очередная пандемия. Ставшего сиротой мальчика взяли в кадетский корпус, и именно там Стивен Хакетт проявил себя как умного парня и талантливого стратега. И это по достоинству оценили его воспитатели и кураторы. Время шло, и через каких-то 3 года, когда Хакетту было лишь 15 лет, человечество столкнулось с удивительным открытием – эффектом массы, после чего в течение всего нескольких лет начал активно исследовать некогда недоступную Солнечную систему. В то же время был найден ретранслятор Харон – путь в неизведанную галактику. В такие времена Альянсу как никогда нужны были талантливые кадры, одним из которых и стал Стивен Хакетт. Он поступил на срочную службу Альянса в 2152 году в возрасте 18 лет и с тех пор не раз вызывался добровольцем на опасной миссии по исследованию открывшегося космоса. Уже тогда он начал завоевывать серьезное уважение сослуживцев и командования. Когда был открыт ретранслятор Соль, Хакетт также повадился путешествовать и за его пределы, в неизведанные регионы. Безусловно, это требовало недюжей смелости, ведь никто даже представить не мог, что ждало их на том конце ретранслятора и смогут ли они вообще вернуться. Вдруг это был путь в один конец. И на примере ретранслятора Омега и некоторых других видно, что даже зная маршруты передачи, такие путешествия далеко не всегда безопасны. В 2156 году Стивен Хакетт получил звание 2-го лейтенанта и начал нести службу на станции Арктур. Здесь примечательно то, что именно через год человечество наконец столкнулось с инопланетянами. Ими оказались птицеподобные так называемые турианцы, турианская иерархия. Эта не очень дружественная встреча вылилась в одну из самых необычных войн в истории Совета, названной «Войной первого контакта». За те приблизительные 3 месяца, что она длилась, Стивен Хакетт показал себя как очень талантливый офицер, что порой с неохотой признавали даже турианцы. Мир был заключен, а Хакетт стал практически легендой для Альянса и героем войны. Долгое время Стивен Хакетт нес службу на Арктуре и довольно скоро дослужился до звания адмирала, командующего 5-м флотом. Теперь наступили относительно мирные времена. После инцидента у ретранслятора 314 Альянс практически не сталкивался с весомыми военными угрозами, помимо разве что батарианской гегемонии, с которой никак не мог поделить Скеллианский предел. По этой причине трудно проследить военную карьеру Хакетта. Вплоть до судьбоносного 2183 года. Да, в этом году сходятся нити без исключения всех событий. И, конечно, Хакетта они не обошли стороной. В тот год адмирал решил, что некогда неудачную попытку установления первого спектра человека стоит повторить, и выбрал на эту роль весьма достойного претендента. Им был помощник командора Нормандии Андерсона, Шепард. Безусловно, Хакетт не мог просто показать пальцем на человека и сказать, что именно он станет кандидатом, однако на тот момент политический вес адмирала был огромен, сопоставим с весом посла Удины, и Альянс в итоге к нему прислушался. В результате под присмотром Найлуса из турианской иерархии и командора Андерсона Шепард прошел боевое крещение и стал первым человеком спектром, во многом благодаря именно Стивену Хакетту. Во время преследования Шепардом падшего спектра Сарана Артериуса, Хакетт часто поручал командору, с которым имел дружеские отношения, различные непростые, но важные для Альянса задания, такие как расследование неполадок виртуального интеллекта на лунной базе. 2183 год войдет в историю как год первого предзнаменования вторжения Жнецов, но не в последнюю очередь еще и как год атаки гетов на Цитадель. Долгое время не дававшие себе знать гетты под предводительством спектра отступника напали на несколько колоний и в итоге позарились на саму цитадель. Лишь стараниями Шепарда удалось заглянуть за ширму. Командовал геттом-еретиком, отколовшимся от основного искусственного интеллекта, никто иной, как самолично жнец, Властелин, древняя полумашина из кошмарных легенд. А Саран и другие – лишь пешки в его руках. Фантастические рассказы Шепарда о возвращении древней расы, живущей огромное множество лет, были восприняты Советом с нескрываемым скептицизмом. Советом, но не Андерсоном и Хакеттом. Пусть им и трудно было поверить в подобное, но все же они не закрыли глаза на угрозу.
И очень вовремя. Вскоре Властелин предпринял полномасштабную атаку на цитадель. И так случилось, что именно Хакет встал на его пути. Во многом этому способствовали его популярность и таланты, но не стоит забывать, что он единственный из адмиралов, кто верил Шепарду и готовился к подобным ситуациям. Не без помощи самолично командора, Хакет, возглавив альянс в атаке на цитадель, умудрился не только защитить Совет, навсегда снискав их благодарность, но и уничтожить Властелина, отсрочив вторжение Жнецов. После этой атаки формально Стивен Хакет все еще оставался командующим 5-го флота, но фактически именно он возглавил вообще весь флот Альянса. И, что интересно, возражений не поступало. Из-за близорукости Совета, не желавшего верить в возвращение Жнецов, командор Шепард был отправлен добивать гетов и погиб вместе с кораблем, предположительно от рук самих же гетов. И это стало для Хакета серьезным ударом, хотя он и оставался крепок. Его внимание требовало множество дел. В том же 83-м году на колонию Фэл Прайм напали бандиты из Кровавой Стаи. Эта атака была отбита силами колонистов, среди которых оказался Джеймс Вега из отряда Дельта. Хакет и Андерсон связались с Вега и поблагодарили его за службу, указав на то, что без его отряда оборона колонии была бы прорвана. После чего приказали Веге оставаться там для дальнейшей защиты Фэл Прайм. Именно приказали, так как Вега не хотел здесь оставаться и думал спихнуть защиту колонии на местное ополчение. Хакету пришлось напомнить Джеймсу, что Фэл Прайм — это стратегически важный объект, а также напомнить о героизме погибшего Шепарда. Колония позже все же пала под натиском коллекционеров, и Хакет с Андерсоном уже лично встретились с Вегой и двумя другими выжившими на цитадели и вручили ему орден за отвагу. Безусловно, Хакет хотел отдать заслуженные почести лейтенанту, однако он руководствовался не только этим. Он прекрасно понимал, что Вега пойдет по следам Шепарда и, возможно, станет ценным приобретением для его команды, так как именно в тот момент Альянс получил очень удивившие их данные о том, что Шепард выжил. Эти данные подтвердились не сразу, но даже после подтверждения Хакет какое-то время не встречался с Шепардом лично. В принципе, и в 83-м году у него не было такой возможности из-за нехватки времени. Все-таки командующий флотом очень ответственная должность, при которой остается мало времени на вольные действия. Но можно предположить, что в 85-м году Хакет намеренно не встречался с командором лично. Было бы логично убедиться в том, что его старый друг и ценный кадр жив, но Стивен Хакет этого не сделал. Возможно, виной тому подтвердившиеся слухи о работе Шепарда на Цербер или же с Цербером. Как ни крути, эта организация не без основания считалась террористической во всей галактике. Но Хакет предпочел судить по поступкам, как и всегда, и поэтому не выказал недовольства командору и оказывал ему доверие, как прежде. Скорее всего, это далось адмиралу нелегко. Шепард был ему не только союзником, но и другом, в каком-то смысле даже родственной душой, в которой вполне возможно он видел отражение себя. Талантливый, вечно в центре внимания, берет на себя непростые задачи и блестяще решает их, защищая Альянс всеми силами. Эти слова можно одинаково заслуженно приписать как Джону Шепарду, так и Стивену Хакету. После гибели Шепарда на Элизиуме была основана мемориальная площадь в его честь, и Хакет приказал часть прибыли от венчаний на этой площади, ставшей очень популярной, отдавать фонд помощи Альянсу. И опять же, не встретил ни единого возражения. Он также ходатайствовал за участников протеста на Тарфане, желавших затушить мемориальный огонь в честь Шепарда, так как понимал, что заставить почитать кого бы то ни было невозможно, и лучше не навязывать людям героев. Хакет также вызвался лично открыть мемориал Шепарду на месте крушения Нормандии, как только область станет безопасной. Все это показывает, что командор не был ему безразличен. Хакету не нужно было завоевывать людское расположение, он и так им обладал чрезмерно. Это были его искренние деяния. И, безусловно, шок от потери друга был усилен шоком от его неожиданного возвращения в качестве союзника террористов, да еще и спустя 2 года. И едва ли Хакету не приходили в голову мысли, аналогичные тем, что приходили Миранде Лоусон еще на стадии проекта «Лазарь». Почему бы Церберу просто не взять под контроль Шепарда как марионетку? Хакет должен был убедиться. И с каждой новостью о деяниях командора он укреплялся в мысли, что это тот самый старый добрый друг, который, возможно, использует сомнительные связи, но, увы, не без основания. Хакет не дурак и слабой памятью не страдает. Ему, как и Андерсону, с которым они часто работали вместе, не составило трудов сопоставить факты, рассказанные Шепардом и увиденные лично, и разглядеть в Совете непроглядных слепцов, пусть даже и вынужденных. А значит, неожиданные союзы не должны были стать чем-то необычным. Хакет не раз выходил на связь с Шепардом через письменный терминал, отправляя ему данные о заданиях, как обычно, непростых.
Также он передал командору координаты крушения Первой Нормандии на Алкере и предложил установить там мемориал самолично. Чем не проверка личности Шепарда? Ведь поиск жетонов погибших в грузе обломков на непригодной для жизни планете с плохой гравитацией – это не самое простое дело. Но Шепард отнесся к этому как должно. Где-то в то же время Хакетт передал личный армейский жетон Шепарда Лиаре Тессони в надежде, что когда-нибудь те встретятся, и она передаст его владельцу. И вот доверие полностью восстановлено. И в 2185 году Хакетт выходит на личную голографическую связь с Шепардом по очень щекотливому делу. Необходимо спасти его друга и ценного работника Аманду Генсон из батарианской тюрьмы. Хакетт понимал, что только Шепарду можно доверять в такой ситуации. И не прогадал, хотя последствия его внедрения оказались катастрофическими. Ретранслятор Альфа был уничтожен, а вместе с ним и батарианская система с более чем 300 000 батарианцев. Несмотря на это, Хакетт понимал, что перед лицом вторжения жнецов это был необходимый поступок. Ведь если бы из темного космоса через Альфу проникли жнецы, они бы и так уничтожили батарианцев и переработали их в каннибалов в гораздо большем количестве. Ну и те факты, что Шепард честно пытался предупредить батарианцев о трагедии, и то, что он добровольно сдался Альянсу под стражу, лишний раз убедили Хакетта в том, что Шепарду можно безоговорочно доверять. Старый адмирал самолично навестил командора в медицинском пункте, и трудно даже сказать, чего в тот момент у него было больше – радость от возвращения доверия другу или же печали от страшных последствий. Как бы то ни было, он понимал, что это лишь недолгая отсрочка, и этой отсрочкой он постарался воспользоваться как мог, хотя в то же время не представлял, как противостоять такой армаде. Поскольку на взятого под стражу Шепарда и Альянс в целом теперь наседали батарианцы с требованиями, Хакетт пошел на хитрость. 28 марта 2186 года он заявил Совету, что командование Альянса сменило свое отрицательное отношение к значительно растущему количеству турианских дредноутов. И эта риторика сильно противоречила еще недавней. И, конечно, батарианский посол правильно понял знак. В случае безрассудного нападения на Альянс в такие тяжелые времена, дела теперь придется иметь еще и с турианскими союзниками и их дредноутами. К тому же, недавние совместные учения с турианцами и другими расами Совета положительно сказывались на боевом духе перед грядущей бедой. Спустя совсем немного времени со многими фортпостами Альянса резко пропала связь. В ответ на это адмирал мобилизовал флоты. Не то чтобы это совсем не помогло. Какое-то время это все же выиграло. Жнецы ожидаемо прошли сквозь оборону Альянса, как нож сквозь масло, и атаковали Землю. Силы Хакетта были разбиты, и тому пришлось пожертвовать почти всем вторым флотом, чтобы третий и пятый могли отступить. Но к сущей радости адмирала он узнал о том, что Шепарду и в этот раз удалось уцелеть. Он сразу же послал друга на Марс проверить теорию доктора Тессони о неком супероружии Протеан. Им удалось раздобыть чертежи, и хотя все понимали, что они будут строить непонятно что, непонятно зачем и непонятно где искать некий катализатор, все же все понимали, что иной надежды попросту нет. Именно поэтому на грандиозную стройку сгонялись вообще все, кого только могли найти. Ученые, отступники Цербера, кварианцы, соларианцы, турианцы, геты, рахни, азари, даже знания протеанина Явика использовались каким-то образом. Понимал ли Хакетт, что Горн может быть просто обманкой жнецов? Думал ли он о том, что этот бог из машины не просто так появился в нужное время в нужном месте, что им его просто подкинули? Да, скорее всего, он это понимал в глубине души. Но, как и все, он надеялся на лучший исход. Да и ничего больше не могло их спасти от древнего ужаса галактики. Во многом именно Шепард помогал Хакетту с обретением союзников и примирению рас. Теперь адмирал доверял другу безоговорочно, поэтому лично выходил с ним на связь после каждой важной миссии, а неважных у Шепарда в то время попросту не было. Он даже попытался выбить для Шепарда настоящий отпуск, так как осознавал, какая ответственность лежит на его плечах. Но развязка была все ближе и ближе, и последний день настал. Цербер, управляемый жнецами, угнал цитадель к земле, вызвав этим, помимо естественных бед от прямой атаки сил предвестника, еще и множество стихийных бедствий из-за появления нового массивного объекта на орбите планеты. Самый масштабный за всю известную историю Объединенный Галактический Флот всем составом отправился к земле, где и свершилось финальное сражение. Сражение за жизнь в галактике. В тот день случилось бесчисленное множество смертей и разрушений. По всей галактике прокатилась неизвестная волна энергии, как-то взаимодействие с ретрансляторами. И дальше тишина и неизвестность. Лишь спустя время по восстановившимся радиопередачам стало ясно. Адмирал Хакетт уцелел в величайшей схватке галактики за всю ее историю. Это по-настоящему выдающаяся личность, ничуть не менее выдающаяся, чем командор Шепард.
Многие поражались его столь стремительной карьере от солдата-срочника до знаменитого офицера, а позже и до адмирала, командира фактически всего флота Альянса. И хотя, безусловно, нельзя отбрасывать тот фактор, что Стивен Хакет оказывался в нужном месте в нужное время с нужными союзниками, все же в эти места, в такие времена и с такими друзьями его привел не слепой случай, а отвага, острый ум и доброе сердце.